Здравствуйте, друзья. Мы несколько дней не были на нашем строительстве. Что тут произошло? Вы видите, такой гравий привезли, вот так рассыпали по территории. И под этим гравием будет, в смысле, я извиняюсь, над этим гравием сверху положат плиточку, так называемые пейверсы. Вот. Большая работа была проделана, так вот, может быть, не видно, вот вы видите трубу вот эту посередине. Тут было так изрядно перекопано траншеями, кое-какие из них вот там еще не завершились. Видите, вот тут траншейки. Вот. Для стока воды там трубы клали, что-то такое делали. Там кучка мусора, смотрите как. Значит, и вот на это у них ушли некоторые силы и время. Сегодня у нас работ нет. Сегодня вторник. А вот завтра, в среду, привезут вот эти самые пейверсы и начнут их укладывать. Тут выравнивали много. Вот они ходили с такими граблями. Видите, площадочка смотрится вот прям, как будто она всю жизнь такая была ровненькая и утоптанная. Это не совсем так. Это вот рукотворно. Значит, спрашивают, есть ли какой-то наполнитель вот в этих пустотах. Я когда с прорабом разговаривал, с контрактором, он говорил, что ничего туда не нужно насыпать, хотя я вижу, там сейчас что-то присыпано все-таки. Значит, сверху будут такие крышечки, и на них можно будет сидеть, вот на этих вот бортиках. Вот здесь, где красный колпак, будет стоять беседка. Ну и, в общем, вот такое... Такое хозяйство, я пойду с другой позиции еще немножко сниму. Вот вы видите здесь от угла дома, вот идут какие-то такие траншеи, красненьким помечено, я так понимаю, где плитка лежит и где плитка не лежит. Так, такое мое понимание. Обратите внимание, какие корни, это корень, друзья, вот это было корнем, они выдрали его где-то тут, пока копали. То-то все прорастало-то. Живуча природа. Вот. И вот там, видите, вон труба белая торчит. Вот все это тут так вот накопано. Вот так примерно все и выглядит. Вот. Ну, еще совсем немножко осталось, чтобы увидеть окончательный результат. На подходе.